Так, перед началом этого замечательного видоса хочу сказать пару слов о Elden Ring, о моем билде, о том, что будет в этом видосе, о том, что вообще будет на этом канале, и, собственно, почему же видос называется «Непрощенный 3». А все просто. Называется он так, потому что уже были первые две части «Непрощенного», где-то 3 года назад. Тогда я еще играл в DS3. Надеюсь, когда-нибудь выйдет и вторая часть «Настоящего ублюдка». Посмотрите, кстати, первую. Первая часть которого на моем канале была самым популярным видосом. Был. До того, как я выпустил правильный обзор на Horizon. Он, кстати, очень зашел. Это я заметил по количеству просмотров и положительных комментариев. Так что да, ждите в будущем еще таких обзоров. Насчет самой игры. Да, в плане PvP она наполовину уступает Dark Souls 3. Но в Элдоне мне нравится динамика боя. Геймплей еще ускорили, билдов стало еще больше, добавили удары с приседа, с прыжка, пушки берутся в Power Stance, у некоторых заклинаний появились заряженные атаки, как у какого-нибудь УГС-а, если зажать R2, и многое другое. И, конечно же, это ударило по балансу PvP. И я надеюсь, они выпустят DLC, где будут PvP-аренки, в которых урон от пушек будет порезан. Так, собственно, мой билд — это УГС. Многие сейчас скажут, фу, козул играет с пушкой, которая побеждает благодаря одной атаке. Это, кстати, выпад после кувырка или приседа. Но, ребят, вы посмотрите на мою защиту. Сейчас я вам покажу. Ну, это просто позор. Меня некоторые атаки тупо могут ваншотнуть. Так что это я им еще даю фору. Да и этот выпад контрится, если ты умеешь уворачиваться на реакцию. Так что не стыдно с таким билдом играть. А что же вас, собственно, ждет в этом видосе? В первые минуты вы увидите нарезку рандомного мяса под крутую музыку. В середине вас ждут неплохие дуэльки, в некоторых я даже чуть-чуть вспотел. Еще будут так называемые фанни-бои. Там 3 чувачка. Ну, в общем, без комментариев, сами увидите. Ближе к концу будут биты, где я вообще не получил урона. Если вас интересует что-то конкретное, то заходите в описание и мотайте. Ну, я все сказал. Теперь я хочу поиграть. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game, and how you play it, all about control, and if you can take it, all about your debt, and if you can pay it, it's all about pain, and who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my move's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay, 'cause I am the game and I want to play.
сказать я пытался, чудовищ нет на земле. Но тут же раздался ужасный голос во мгле, голос во мгле.
So I don't need.